Ты недавно хоккеистов? Я знаю, но я их забыл. Меня зовут Максим. У меня есть сын, ему 6 лет. Его зовут Алексей. У него есть маленькая мечта. Он хочет быть судьей. В своих детских играх он всегда представляет себя судьей, судит между игрушками какой-нибудь матч, назначает буллиты, отменяет голы, определяет победителя, действует как настоящий судья. Алексею 6 лет. Он не пропускает матчи сборной России и болеет даже за юниоров. Но больше всего он мечтает стать хоккейным судьей и выйти на лед для символического празднования. И сегодня хоккей России исполняет мечту Алексея. Алексей Пушаков. Символическое празднование. Встречай, арена! Давай, Люша! В этом году нашему хоккею исполнилось 70 лет. Ну, можно а тебе еще, смотри, как играть. Дай. Молодец. Ты будешь хоккеистом? Молодец. Тебя как звать? Алексей? Да. Ну, молодец. Давай, удачи.